И всем привет, с вами я, Эвелина, и я играю в Roblox. Сегодня я забегаю из школы, мисс Анитрон. Какая-то она очень страшная, вот только что глаза наконец-то на место встали. Ну что, давайте начнем побег. Ага, вот и мисс Анитрон. Да, эй. Ладно, давайте сбегать, стрелка показывает вот сюда. О, боже мой, мы облили ее. Эй, мисс Анитрон, с тобой все нормально? Нет, не нормально. Конечно же, не нормально. О нет, ребята. Я, кажется, знаю, что будет происходить. Помогите! Меня сейчас задавит мисс Анитрон. Будет очень плохо. Я вообще не понимаю, куда мне бежать, но я бегу куда-то вперед. Куда-то вперед, и я не знаю, куда я бегу вообще. Я бегу в... Почему так громко, ребята? О, боже мой, я так испугалась. Что это такое? Что за игра такая страшная? Так, мы туда не пойдем, там мисс Анитрон. Ай, нет, наоборот, тут мисс Анитрон. Так. Пожалуйста, хоть бы я выбралась отсюда, от нее, поскорее. Давайте тогда попробуем сюда. Я вот вообще не знаю, куда я бегу, но я куда-то бегу, ребята. Как будто бы я... Нет! Опять тупик. Так. Я запутала чуть-чуть учительницу мисс Анитрон. Пожалуйста, где выход? Пожалуйста, прошу, где выход? Эй! О нет! Я вообще не понимаю, куда тут бежать. Вот у меня проблема с этим, ребята. Проблема, о нет. Так. Вот тут, по-моему, да, мисс Анитрон? Я не знаю, куда я бегу, но я куда-то бегу. Тут мисс Анитрон. Только не говорите, что я бегу кругами. Нет. О, боже мой, у меня скоро сердце выпрыгнет. Тихо. Хватит так пугать. Так, ребят, я вообще не понимаю, куда я бегу. Что я сейчас делаю, я тоже не понимаю. Вообще. Я просто куда-то бегу, и все. Потому что не понимаю, куда бежать. Господи, больная. Учительница. Мне страшно, ребята. Я не хочу в это играть. Можно, пожалуйста, отсюда уйти? Я не могу это пройти. Ребята, что такое? Мне вообще не получается. Как же бесит. Уйди отсюда, мисс Анитрон. Я сказала, уйди. Нет! О, боже. Так, нет. Я так не могу, ребят. Я сделаю звук потише, да. Я не хочу эту дурацкую учительницу слышать вообще. А ну, признавайся, куда надо бежать? Ребят, я запуталась. Я забыла, куда я бежала. Я забыла вообще все. Куда мне вообще надо? Так, девочка, веди меня. Надеюсь, ты меня не подведешь. Пожалуйста, девочка. Будь хорошей, не подведи меня. Надеюсь, ты хорошо все помнишь. Нет. Училка, уйди. Училка. Так, надеюсь, девочка меня не приведет в тупик, и она все помнит. И там будет выход, надеюсь, я... Нет! Так, ну хотя бы это теперь не так громко. О, девочка привела меня в тупик. Ребят, я не понимаю, куда мне надо бежать, что мне надо делать. Вот смотрите, я постоянно прибегаю в тупик. Ну как можно сделать такую? Я не понимаю. Я сейчас заплачу. Это просто ужасная игра. Я ненавижу ее теперь. И все игры ненавижу. Уйди. Дура. Эй. Да как она меня ловит-то? Даже Пигги полегче. Что это за игра такая? Баганутая как будто бы.
Меня вот моя удача постоянно приводит меня в тупик, как всегда. Как же тяжело. Уйди. Уйди, я сказала. Я чувствую, я опять прибегу туда же, откуда и была. Где и была. Ребята, я кажется вижу, пожалуйста. О, ребята, я прошла, я только что прошла этот ужасный момент, просто ужасный-преужасный. Так, и я куда-то упала, провалилась. Мне кажется, что что-то может обвалиться, да, на, вот, обвалилась. И это тоже, и все-таки я упала, ребят. Я, походу, разучилась играть в Roblox, вообще разучилась. Мне очень тяжело играть. Так, ладно, хоть мне то не надо заново проходить. Это хорошо. Все, побежали отсюда скорей. На лестнице нет никаких гадостей, нет. О, нет, это я тоже не люблю. Не-не-не-не. Я прошла. Спортзал. Так. О, нет, ребят, мне страшно. Знаете почему? А потому что да. Вот она. А, ребята, там тупик. Все, я поняла, кажется, куда надо бежать. Теперь я пройду. Я недавно играла в игру, которую я еле-еле прошла. Да ты мисс Анитрон. Я тебя не буду мисс называть, потому что ты даже не мисс, ты Анитрон просто. Давай, попробуй теперь. Попробуй только меня схватить. А ну-ка. Почему двери за мной не закрываются? Это что такое? Я уже вижу ее свет, она до сих пор за мной бежит. Надо вот сюда спрыгивать. И, о, да, я прошла тут ужасный момент. Ладно, давайте еще попробуем. Походу, я, раз тут плохо убегаю от Анитрон, значит, я и в фиге буду плохо играть, ребят, как всегда. Когда долго не играешь в то, что ты очень любишь, и играешь то, что что-то другое, и потом возвращаешься в ту игру, которую ты давно не играл, и ты забываешь абсолютно все, как играть, что делать. Ну, ладно, надеюсь, со мной такого тут не случится больше. Так, тут ничего нет, никаких... Так, о нет, ребята. Ребята. О нет. О нет, что происходит? О нет, там утка, там злая утка. Отстань от меня, утка. Что она вообще тут делает, утка? Что ты тут делаешь? Я вижу стрелочку, пожалуйста, не подведи меня. Фуф, все. Я прошла эту утку. Ага. А тут уже есть гадости. Сейчас мы их пройдем. Надеюсь, я тут... Только хотела сказать, надеюсь, тут я не умру. И вдруг... Ребят, что случилось? Да, я умерла. Естественно, я умерла. Так, все. О, боже мой, тут гадость в ванной. Так, ладно. Надеюсь, тут пока что за мной не будет гнаться Анитрон. Тут что-то написано, но я не понимаю, да? Тут на второй этаж надо идти. Запутанная у них, конечно, школа. Можно легко запутаться. Так. Вообще, как я оказалась в этой школе, я не понимаю. Как я вообще сюда пришла? О боже, смотрите, что за картина там.
Так, тихонечко. Господи, что за картины тут жуткие? Ой, что за красная ванная? Тут выход какой-то. Ай! Сразу же умерла. Ай-яй-яй, ребята, я куда-то упала. Что тут, что тут? О, нет! Кажется, туда нельзя падать. Ни в коем случае. Потому что там нет выхода, насколько я поняла. Надо проходить с краю. Я опять умерла. Да что такое со мной, ребята, сегодня? Я вообще ничего не могу пройти. О боже, чуть не упала туда, вниз. Так, быстренько спускаемся. Тут все завалено. Столовая? Давайте посмотрим. О боже мой, ребята, это повариха какая-то. Уходим от нее. Нам еще на это мороженое нельзя наступать. Это же мороженое или какая-то гадость? Я не понимаю. Быстрее, быстрее, быстрее уходим. Вот сюда, ребят, вот. И о да, я прошла эту повариху. И повариха меня даже не поймала. Фонарик. Где? Я плаваю в какой-то канализации. Какая мерзость, ребята. Я не хочу тут плавать. Как противно. Ладно, поплыли. Нам же нужно выбираться из этой школы поскорее. А куда? А, наверх надо. Я выплыла в какой-то бассейн. Это у них такая вода тут грязная. Какой кошмар. Сюда они не разрешают. Так, сюда тоже. Сюда как раз таки и нужно. Просто тяжело открыть дверь. Эй, откройте. Откройте. Так, все, открыли мне. Я могу отсюда уходить. О, да. Это выход, ну, ребят, как всегда в таких играх, когда ты уже около выхода, да. Вот, тут еще и утка. Тут они заодно собрались все вместе. Что за жуткая утка? Почему она такая страшная? Я не понимаю. Так, можно в классике поиграть. Только вот мисс Анитрон мне не дает в них поиграть. Тут, я так понимаю, да, все вместе. Вот и повариха. Мне страшно, ребята. Перед самым концом, ребята, я умерла. Да как так можно вообще? Я вообще разучилась в это играть. Я не знаю, как тут проходить. О, нет, утка, уходи, утка. И ты, повариха. О боже мой, сейчас они меня... Посмотрите, они просто ломятся в автобус. Только я близко не буду подходить. Может, мы уедем? Да, мы уехали. Шикарно, ребят. Я ушла из их школы. Это просто великолепно. Теперь следим, куда мы едем. Куда-то в странное место. Так. Ну, давайте ждать, когда меня выпустят. Из этого автобуса. Потому что мне хочется уже скорее на свободу. И я, кажется, вижу победные ворота. Давайте скорее выпускайте меня. Нет. Все, наконец-то. Итак, ребят, я прошла. И тут можно покататься. О, шикарно. Прям головокружительно. Да. Ну, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. И всем пока-пока и до новых встреч.